У нас сейчас будет выступать спикер, который, с одной стороны, является членом департамента развития продукта, который является соучредителем консалтинговой компании 1М Сервис. И, с другой стороны, достиг уже директорской позиции в партнерской программе. И тема, с которой будет данный спикер выступать, данная очаровательная девушка, она имеет прямое отношение к результату каждого партнера в части работы с нашими уважаемыми клиентами, с предпринимателями и с нашим шикарным решением UDS. На сцену приглашается Мария Прокопенко, член департамента развития продукта. Встречаем! Всем привет! Все нормально слышно, да? Всем доброго дня. Итак, сегодня моя тема – это магнит в твоем бизнесе. Мы сегодня много говорили о том, как делать наш бизнес. Да? Сегодня были очень интересные кейсы, очень классные партнеры со своими историями. Я бы хотела сегодня посмотреть с другой стороны, а как еще можно? Здесь в партнерстве с компанией есть возможностей много, да? Каждый находит свою. Мы посмотрели на партнерство с компанией еще под другим углом, раскрыли эту тему буквально в декабре прошлого года и запустили компанию, которая позволяет запускать лайты. И как раз эта тема об этом. Как лайты помогают предпринимателям? Что такое лайт? Это лицензия на бизнес, которая стоит $30 в месяц, это 2400 рублей, да? И на данный момент мы понимаем то, что лайт-лицензия – это действительно магнит, как лид-магнит в бизнесе, которая позволяет любому предпринимателю быстро и легко зайти на нашу площадку и посмотреть весь софт. Итак, что дает бизнесу Light? Зачем бизнесу Light? Это, во-первых, конечно же, мобильное приложение для клиентов и для собственника бизнеса. Это оцифровка самой клиентской базы. Позволяет также удерживать клиентов за счет бонусных баллов, уход от пластика, онлайн-магазины, модуль доставки, электронные сертификаты есть у нас в этой лицензии. И также, конечно же, можно оцифровывать клиентов с разных каналов, с разных социальных сетей. И вот вам один из примеров, когда, например, мой клиент, это девушка, которая написала мне просто в Инстаграме, ее зовут Елена, она из небольшого города в Подмосковье, Мытища, она мне написала в Инстаграме и говорит: «Маша, а как мне, простому мастеру, может быть полезен ваш продукт? Могу я для себя его использовать?» Я говорю: «Конечно». Мы перешли с ней в WhatsApp, и ровно по переписке я ей скинула ссылочку, она посмотрела и говорит: «Здорово». Вот здесь вот пример. И вот здесь ее Инстаграм, где мы, конечно же, указали ссылочку для подключения в клиентскую базу. Мы сделали актуальное сторис, да, про то, как подключиться к бонусной программе у этого предпринимателя. Здесь собственник бизнеса – это студия шугаринга, где Елена сама в одном лице и собственник, и мастер, и администратор. Вот. Таких клиентов, конечно же, у нас в России очень много предпринимателей. Да? Вот. Она увидела для себя возможность пользоваться нашим софтом, выложила пост в Инстаграме, где получила большое количество отзывов от своих клиентов, которые написали: «Здорово, Лена, ты такая молодец, ты всегда идешь в ногу со временем, что-то новое для нас придумываешь, это классно». Ее клиенты это поддержали, и какой получили результат? Я не буду вдаваться сейчас во все цифры, но скажу некоторые моменты, что за 2 месяца Елена получила хороший результат в своем бизнесе, использование лайт-лицензии, и сама меня спросила: «Маш, а я могу на ПРО перейти?» Я говорю: «Конечно». Она перешла через 2 месяца на тариф аренда. Есть такой тариф, он стоит $100 в месяц. И предприниматель находится уже полгода на этой лицензии. И профит для этого предпринимателя получился 103 тысячи за 2 месяца. 103 тысячи рублей она получила в своем бизнесе плюсом при расходе всего 4600 рублей за эти 2 месяца. Как вы считаете, хороший результат? Очень хороший результат, ей очень понравилось. И знаете, что было дальше? Перейдя на ПРО-лицензию, она начала очень активно рекомендовать своим подругам. Она сделала 3 рекомендации по реферальной программе для клиентов и
прекрасно. Она мне говорит: Маш, как здорово. Я порекомендовала подруге, значит, у нее подключилась косметология. Я ей помогла, объяснила, как пользоваться лицензией, также по телефону, по WhatsApp. И косметология подруга у нее. И сейчас еще там два предпринимателя, тоже в разных сферах, также мастера. Кто-то ногтевой сервис, кто-то там, по-моему, брови. Вот. В общем, предпринимателю все нравится, и она рассказывает об этом своим друзьям. Другой кейс. Это сеть автомагазинов. То есть мы говорили, есть маленький, да, бизнес, а есть вот чуть побольше. Это три сети из трех автосервисов в Оренбурге, которые подключили себе лайт-лицензию и за 5 месяцев получили хороший профит в размере 233 тысячи рублей. При затратах на лайт всего 11 250 рублей. Хороший профит — 233 тысячи рублей. При этом я вам хочу сказать, что я не встречалась и не виделась с этим предпринимателем. Также мне предприниматель написал в WhatsApp, сказал, что знает, что классно работает UDS в Оренбурге. Я сама родом из Оренбурга, и говорит: давайте я попробую. Я говорю: конечно. Она пользовалась 5 месяцев, она мне говорила, то, что: Маш, зачем нам встречаться, мне все нравится. Ну, я говорю: ну как же, давайте я вам расскажу, какие еще есть функции. Мы встретились, и после этой встречи мы подвели итог ее, да, именно использования на лайт-лицензии. Средний чек у нее вырос на 68%. Когда она увидела оцифрованную клиентскую базу, предприниматель Дарья, она мне сказала: Маш, здорово, я хочу про. Я говорю: чушь, мы раньше с вами не встретились. Ну, то, что все было по переписке. Она говорит: да, классно. И компания перешла на про-версию, полную покупку с годовой абонентской платой и комплексное внедрение UDS под ключ. Вот так выглядит страница компании. Вот так выглядит Instagram, ссылка в шапке профиля. Актуальная, пост. Какие могут быть, да, развития событий, как может происходить сценарий один? Вы просто можете дарить лайт своим предпринимателям за легкий вход, да, и быть здесь, да, как партнер, бизнес абонентских плат получаете. Сценарий номер два – это когда у вас клиент после лайта переходит на про. Тоже бизнес абонентских плат, да? И сценарий номер три – лайт, про, партнер. Почему это выгодно? Давайте рассмотрим, почему это вам, как партнеру, может быть выгодно. Сейчас перед обедом мы общались с одним из партнеров наших, это Евгений Хитрик, он сооснователь Островка. Он мне говорит: Маш, мне интересны большие цифры. Где здесь большие такие цифры при работе с клиентами? Я говорю: ну давай посмотрим. С лайтом можно очень легко заходить в крупные компании, в крупные компании, у которых есть работа с B2B, с предпринимателями. И мы это увидели, мы это для себя рассмотрели, и сейчас очень активно ведем переговоры с разными крупными компаниями. Вот давайте рассмотрим на примере просто среднестатистического партнера. Например, при продаже лайт в месяц, предположим, 20 штук, когда вы можете просто без встречи, по переписке, кому-то подарить лайт-лицензию. Мы знаем, у нас Татьяна Фурсова продает их по 10 про, да, даже в месяц. То есть можно продавать, конечно, большие, хороший функционал нашего софта, а можно лайт, например, 20. Продав за 6 месяцев, например, по 20 лицензий, это по $10 с абонентской платы, это уже $1200 на абонентских платах. Мы знаем, что конверсия в про, вот как на примере двух клиентов, которых я показала выше, она у нас минимум 50%, потому что предприниматели разного бизнеса видят для себя в этом интерес. Они переходят на про-лицензию. Предположим, половина из них перейдет по статистике, это, предположим, 60, на аренду. По $80 это $4800 в месяц. Итого через 6 месяцев половина на про, половина на лайт, это уже у нас $5400 ежемесячного дохода на абонентских платах. Это 400 тысяч рублей. А в год, если посчитать, даже если вы потом перестанете этим заниматься, это уже 4 800 000 рублей в год. Мы рассмотрели такой пример с Евгением, вот, да, в обед мы пообщались, я говорю: а как? Я говорю: сколько у тебя предпринимателей? Он говорит: ну, у меня B2B, то есть я имею выход на 20 тысяч предпринимателей в туристической сфере. Давай, говорит, прикинем, как будто 5% из них воспользуются лайтом сразу. Это 1000. Мы сделали расчет такой, да, на 1000 клиентов-предпринимателей. У нас получилась циферка в месяц 3 миллиона с копеечкой, там, ну, условно, 3 миллиона 500 тысяч рублей в месяц пассивного дохода за разовое подключение. Причем всех предпринимателей же можно собрать на Zoom, сделать им презентацию, и из 20 тысяч 5% может пользоваться лицензией Light UDS у себя в бизнесе. Интересны такие цифры?
нам стали тоже очень интересны, и мы увидели в этом действительно хорошую перспективу и вход, и сейчас мы сделали для себя акцент на этих цифрах. Как мы это будем делать? Лайт доступный, цена его всего 2300 рублей в месяц. Не нужно для этого долго что-то объяснять предпринимателю. Можно по переписке подключать Light, верно же? Можно просто экономить время, да, вы как партнер можете экономить время на какие-то встречи периодические, да, просто по переписке или там одна встреча достаточно. Конечно же, здесь также он закрывает действительно потребности микробизнеса, для этого уже есть кейсы, есть также кейс у нас на YouTube-канале UDS отзывы предпринимателей, и сделка может пройти здесь сейчас, потому что у предпринимателя всегда есть деньги, всегда есть 2000 рублей в кармане для того, чтобы запустить Light. И, конечно же, здесь вам в помощь компания 1М-сервис, так же, как сегодня, да, я вышла как амбассадор компании, я хочу поблагодарить здесь Андрея Прокопенко и Петра Беляева за эту идею, они увидели здесь хороший рынок, хороший вход к крупным бизнесам. И они, как соучредители, рассчитали вот здесь вот, да, вот эти цифры. И можете присоединиться по вот этому QR-коду. Так, вот, да, он будет еще. Как вообще с этим работать, да, как подключить и что дальше? Кто будет запускать, кто поможет предпринимателю, кто ему объяснит, как это сделать легко, как бизнес лайт на лайте. Вы подключаете лайт, просто, да, дарите его, так скажем, предпринимателю. И дальше вы можете передать клиента на сопровождение. И вы получаете довольного клиента и партнера для себя. Поэтому вот еще раз, да, QR-код. Предлагаю вам считать, присоединиться. Если вам эта тема откликается, 1М-сервис – это первый маркетинговый сервис. И здесь миссия компании – это увеличение количества довольных клиентов через качественное внедрение инструментов UDS, которое позволяет также сэкономить время партнерской сети. Мы увидели здесь для себя большую перспективу и поняли о том, что насколько легко с этой идеей можно действительно сделать 20 миллионов скачиваний, 25 тысяч клиентов на площадке к следующим итогам года. И мы видим здесь, что это сделать будет просто лайт на лайте. Вот, в принципе, у меня все. Там есть в уголочке маленький мой Инстаграм. Подпишитесь, будем дружить. Если есть какие-то вопросы, присоединяйтесь в 1М-сервис, и мы будем рады с вами посотрудничать. Спасибо. Спасибо, Мария.